На рынке Дурдой произошло крупное возгорание. Правоохранительные органы оцепили участок. На месте работает 7 пожарных расчетов. По данным МЧС, пострадавших нет. Ну а причина пожара выясняется. Пожар произошел в центральном проходе рынка Дурдой. В результате сгорели двухэтажные контейнеры, в которых расположены точка быстрого питания и продажа одежды. Общая площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Как сообщает МЧС, информация поступила на пульт 10.19, а к 11.32 пожар уже был локализован. Тушению пожара привлечены 7 пожарных расчета на автоцистернах, один водовоз, одна пожарная или автолестница, одна штабная автомобиль, передвижная машина. Кроме этого, были привлечены службы города, гражданской защиты города, такие как электросеть, горводоканал и так далее. Кроме 7 подразделений МЧС, прибыла скорая помощь и 60 спасателей. Крышу загоревшегося контейнера пришлось снимать болгаркой. Весь участок сильно пах гарью. Я видела пожар издалека. Говорят, был взрыв. Но взрыва никакого не было. Взрыв полгончок. Взрыв полгончок. Баллонный взрыв полгончок. Мы как обычно работали. Внезапно появился дым. Мы сразу начали собираться. Я стоял вблизи. Вдруг раздался какой-то звук. И тут же вспыхнул пожар. Потом приехали пожарные и потушили огонь. Отметим, что пострадавших в ходе пожара не было. Сейчас ущерб и причина возгорания устанавливаются. Альбина Ибекова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.